Привет, друзья! С вами Зелько, и я хочу вам рассказать о изменениях героев, которых тестируют сейчас на тестовом. Начали менять и Рафаэль. Основное изменение – это то, что пассивку распределили по активным скиллам. Вот давно надо было так сделать. Теперь же пассивка такая. После смерти Рафы от нее остается призрак, который может перемещаться и одновременно лечить и ускорять бег союзников. По прошествии 4 секунд Рафа взрывается, нанося чистый урон. Если честно, я не очень люблю посмертные скиллы, поскольку некоторые люди начинают специально умирать. Об остальных навыках. Первый навык по-прежнему наносит урон, замедляет противника и получает стак усиления на следующую атаку этим навыком в течение 5 секунд. Стакается это до 5 раз, усиление 10%. Второй навык – исцеление. С ним все по-прежнему. Исцеляет себя и немного союзников. Исцеление ускоряет передвижение на 50% на 1 секунду. Ульта наносит урон и оглушает, но теперь она идет волной гораздо быстрее. Теперь легче попасть. Пока что это все изменения. Ставьте лапки, всем пока!